Вот у вас, правильно я понимаю, трое детей? Да. Расскажите немножко о них, а потом я задам тот вопрос, который собирался задать. Их трое. Угу. Два мальчика и девочка. Угу. Они пойдут в этом году в школу. То есть все втроем? Да, это тройняшки. Это у вас тройняшки? Да. Ух ты, здорово. И, собственно говоря, вот как представьте себе, трое детей идут в школу. Вот ага. Вы можете себе... А как зовут-то? Лиза, Лука и Филипп. Угу. А немножко вернемся еще к детям. Я просто так по ассоциациям разным. А вас зовут Ким, это не самое обычное имя. Ну, это в честь дедушки, это коммунистический интернационал молодежи. А-а-а. Это просто в честь деда. То есть Корея не имеет отношения, это имеет отношение к революционному прошлому нашей страны. Ну, иногда я говорю, что имеет Корея, но вам правду говорю. Угу. Хорошо. Вот ваши дети и пойдут это в школу. Это дает, естественно, огромное количество поводов для шуток со стороны всех друзей. Ну, это же, по-моему, не была шутка, то, что я произнес. Нет. Я прочитал, правда, что вы человек с чувством юмора, поэтому я стараюсь не шутить. Это нет. Это нет, но в принципе это... А вот я к чему весь этот разговор про детей? Ваши дети будут читать бумажные журналы? Ну, им 6 лет. Ну, нет, я не говорю, я не спрашиваю, читают ли они сейчас. GQ. Будут ли они читать бумажные журналы? В каком возрасте, во-первых, начинают читать бумажные журналы? Вы в каком возрасте начали читать? Газета — это «Пионерская правда», первый журнал — это «Костер». Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».